Давайте попробуем решить задачу на эту тему. Итак, что нам известно? Нам известны 13 и 17 члены арифметической прогрессии. 13 равен 26, а 17 равен 32. Что нам нужно узнать? Нам нужно найти сумму первых 5 элементов данной прогрессии. Довольно несложно. Давайте сначала выразим 13 и 17 элементы прогрессии через первый элемент и разность. Отлично. Давайте теперь вычтем две эти строчки друг из друга, тогда мы избавимся от первого элемента и сможем найти разность арифметической прогрессии. Теперь мы можем найти его численно и с легкостью поставить в формулу суммы первых 5 членов.